В субботу, 29 октября, прошло открытое первенство города Слонима по киокушинкай карате-до. На татами сражались более 100 спортсменов в возрасте от 7 до 45 лет, не только из Слонима, но и из других городов Беларуси. Начались соревнования с приветствия спортсменов. Участникам дали 10 минут на разогрев, после чего начались соревнования. Первыми на татами вышли самые юные каратисты в возрасте 7-8 лет. Соревнования длились более 8 часов. Ребята показали все, на что они способны. Самым волнительным моментом стало награждение победителей. Отличились и слонимчане. В группе 14-15 лет, весовая категория 51-56 кг, победу одержал слонимчанин Алексей Мукасей. Также золото в возрастной категории 15-16 лет завоевал Максим Швабович. А в категории 16-17 лет третье место занял Николай Пряхин. Надеемся, что это не последняя победа наших слонимчан. Ну и самое главное, что сегодня каждый из вас уже одержал свою победу. То есть вы вышли на татами, выступили, поборолись. Кто-то получил синяков много, кто-то не получил, кто-то может из-за своих ошибок каких-то. Весовая категория 35-40 килограмм. 11-12 лет. Третье место. Бодрецкий Денис. Слоним. Весовая категория. 40-45 килограмм. Юноши. 12-13 лет. Третье место. Старчевой Андрей. Гомель.
Позвольте мне Толмачевец Антон Слонев. Первое место. Кижик Никита, Минск. Весовая категория 150 кг. Юноши 12-13 лет. Третье место. Мандрукевич Дмитрий, Слонин. Юноши 14 лет. Крутько Максим, третье место. Слонин. Радченко Даниил. Юноши 13-14 лет. Весовая категория до 56 кг. Стурат Владислав. Третье место. Слоник. Мукасей Алексей. Первое место. Слоник. Юноши 15 лет, весовая категория 58-61 кг. Некрасов Роман, третье место, Минск. Швабович Максим, первое место, Слоник. Юниор 16-17 лет. Козлов Прякин Николай, третье место, Слоник. Мужчины, абсолютная весовая категория. Третье место. Боёк Константин, Минск. Рахмалов Константин, второе место. Слоник. Симаков Тимофей, первое место. Минск.